Another spot, buddy. This is taken, okay? Опа, сюда, дорогой! Алоха, товарищи, с вами секретный киберказа Геннадий. Сегодня мы будем вместе с тобой гонять лысого моего, потому что моя игра, поэтому наслаждаемся. Это именно моя игра, я ее проектировал, я ее создавал. У меня красный дос, потому что у меня минус 20, поэтому мне холодно. Игра полностью на английском языке, ты понимаешь, что чтобы сейчас балданем с тобой по-настоящему. Начинаем с тобой играть, выполнить челленджи. Как я выполню челленджи, если я не знаю, что мне надо делать? Я нажал на Objectives, и у меня не было ни одного. ИСА тренинг, Facility 199, один год я родился, короче. Нас выкинули с тобой где-то в Альпах, непонятно все. И мы с тобой начинаем прологировать после этого. Привет в огромную программу. Ты ждешь снаружи? Зайди внутрь. Ты что, дурачок, что ли, а? Че ты стоишь, холодно? Заходи внутрь, фасилити наше. Открывается дверь. Субтитров, правда, нет, непонятно, но я тебе расскажу. Невероятно, я Диана, я тебе свои квартиры покажу, наши. Заходи. Кто-то думает, что нужно сохранять секреты. Секреты они для того, чтобы продавать их. Но между тем, я слышала то, что ты сам по себе. Но я не для того, чтобы здесь сказать тебе, что я хандлер программа. И поэтому хандлер, мы работаем в обществе вместе с тобой. Ты думаешь, что ты знаешь своих врагов? Это парт моей работы. Я знаю своих врагов, которые моя победа. Я знаю, но это потому, что ты знаешь свою себя. Я работаю над этим. Я читал твой кейс. Очень прекрасная работа. Очень тяжелая текстбука, но я все-таки прочитал это. Никогда не к этому не буду возвращаться. Подскажи мне, что ты чувствуешь, когда собираешь эти жизни? По-разному. Дизардеры чувствую. Это потому, что ты приехал сюда? Я протестирую тебя, ты не против? Может быть, но я начну тестирование. Я не один, кто прошел это. Может быть. Здесь очень много тренингов на 600 часов. Я тебя подготовлю к этому всего. Тебе нужно подготовиться или оставлю тебя готовиться. Ну, тут слишком сложные обороты речи, ты понимаешь, английский, поэтому тут разный перевод существует. Ты согласен насчет этого? Да. Это второй шанс, когда мистер Барвуд не здесь. Я выбрала его. И почему? Потому что он пустой лист, не социальный, апатичный и анреспонсабилитивный мужик. Я не думаю, что это в будущем. Может быть, но потому что элимитейшн. Потому что хандлер это не сэр. Мы увидим. Каждый может убить миссис Бёрнвуд. Он еще ничего не помнит? Нет, он не помнит. Он не делится. Мы чекнем его историю. Как госпиталь в Румынии? В это же время мы очень близко, чтобы посмотреть в часы. Приходи в адвансную вечеринку. Это отличный парк в Сиднее. Оно называется Голубь. Для голубей. Вон, видно сразу. Для голубей. В порт. Ты должен, чтобы найти машину вот эту вот, и суспесионы здесь, ароузинги, которые без них, всех вот этих вот приколясов, да? И запомни, ОСИА-агент, это кто самый опасный человек в этой комнате, в любой комнате. Но ты понимаешь, что нигде, это вещи, которые ассасины никогда не привлекают внимания, ты же это понимаешь, ты же не дурачок. Давай, удачи тебе, Инлитианы. В предыдущих тестах я поняла то, что экзибит это unusual левит, которые сенсионы персписионы. Используют свои инстинкты, чувства, позиции, положения людей вокруг, и чтобы идентифицировать инструкты. Он говорит, ты что это за одежда? Ты что, чмо что ли? Мы тебя не пустим на голубей. Может пойдешь-ка ты отсюда нахрен, говорит. А может ты пойдешь отсюда нахрен? Ты не приглашен на борт, ты здесь не подобающая в одежде, ты должен поменять свою одежду, и тогда ты, может быть, мы не согласимся с тобой обратно. I understood, man. Сейчас, естественно, я такой пошел, потом прихожу, через 13 секунд в другой одежденьке. Ну вот, молодой человек, теперь вы приглашены на пати. Так, нам нужно найти подходящую одежду. Кто может одеваться подходящий, чтобы можно было тусоваться на паруснике Голубь? Вон, смотри, какой щеголь. Подходим к нему сзади и воруем его красивую одежду. Так, молодой человек, что? Субдуе хочу тебя. Он должен быть скомпрометирован. Но вот в такой вот позе, если нас сфотографируют, он будет скомпрометирован после этого. Хотя он идет на корабль Голубь, ему в принципе похрен. Ты сделал что-то очень незаконное. Уйди оттуда или скройся. Однако, если ты можешь другие сквозь это дискассирование, держи контрол, чтобы использовать и осмотреться вокруг. Ты можешь увидеть оранж. Он сдался, но фейканул благодаря этому. Комбат. Гарды, они заходят за тобой, чтобы арестировать тебя. Ты должен фейкануть, как бы, что ты сдаешься, да, как бы ты не причем, какие у меня руки красные, ну холодно, что я покупать, делать, минус 100. Ты можешь к ней прийти и мили контакты прописать, двоечку прописываешь и в щи после этого, и они сразу уходят после этого. Я understood, man. Я understood, я. Парень, подхожу к нему на карачках, не привлекай внимания, и хрена к нему коледую чашечку выбиваю с лиги. Нормально, I understood. Принимаешь attention на себя. Я не хотел! Да я не хотел! Вы шо? Да дайте лысому пошить-то! Дай пошить лысому! Ой, на мили контакт иду с тобой! Мили контакт! Я умер! Как пообщаться с тобой? Вообще не хочу.
Ты такой, мол, мужчина, на голубь собираешься мне... Я просто подошел к парню и в солнышко прописал ему. Ну ладно, короче, снапнек, драк, дисгуися хочу. Они сейчас ищут меня, да? А я так, опаньки, та-та-ра-та. Ай, меня нашли! Нифига вы что, пацаны, творите! Ты не можешь быть, ты не приглашен. Да я понял, спасибо! Не видно, не видно. Опа, сзади, опа, опа, опа. Нашел меня, ой, щитмен! Ой, ля ты крыса, ля ты крыса! Сдал меня, конечно, чмо. Это механик, он смотрит себе под ноги. Попробуй его наказать сзади. Ой, сейчас субдуе делаю ему. Ой, субдуе делаю тебя, ха-ха, дурачок. А давай мне всю свою одежду, субдую тебя. Обычная форма, которой никто не будет думать, что ты нормальный. Они все думают, что ты дурачок, в кепке идет какой-то. Более хайповый шмот тебе нужен, чтобы туда попасть. Я захожу сюда, а и тут повар так. Ой, ну все, хайповый шмот мой, по-моему. Бросай вещи, ты можешь бросить, чтобы они полетели. Логично, беру, гаечный ключ на кухне валяется. Че тут? Беру. Ну, лови. По-моему, идеальное убийство. Чисто английское убийство, по-моему. Ага, суп даю тебе. Опа, отвлекся! Дурачок, собираем твою одежду. Тупо отвлекли повара, да? А что ты думал? Надо во все глаза смотреть на голуби, а то сзади зайдут, и ты же понимаешь, что сзади тебе будет. Ты зашел вправо, Дик. Посмотри здесь. О, зашел мой знакомый. Здорово! Как хорошо, что ты приехал вниз. Ты хочешь попить? О, нет, спасибо тебе, братанчик. Тут у тебя такой большой выбор. Фанта, пепельница. Это все уже 6. Ты понимаешь, что это правило? Я не пью после... До 6, но после 6 бухаю как черт. Отлично, хороший лиминг. Я думаю, то, что обсудим это в моем офисе. Можем? Да, yes, please. Окей. Отлично! Ты можешь найти и фиксануть дринг, чтобы классно было. Звучит, как будто Риттер, они идут на тет-а-теточку вместе с тобой. Ты джентльмен, попробуй зайти к ней вместе, сзади, в дамке. Окей, заходим. Это реактор какой-то, типа? Ну, это не реактор, это мистер Риттер. Это как будто... Да завали ты рот, я слушаю! Попробуй сделать, чтобы он не заметил. Да, я отойду от стенки. Гаротте. Ха-ха, дурачок! Я такой непримечательный мужчина, да, зашел в костюм механика, вхожу в костюме главного здесь. Это мой корабль, если что, вы не знали. Заканчиваем миссию. Ба! Сюда! Я сказал, что он имеет талант. Такая сила. Но может быть моральный ресторан? Я всю ответственность на себя беру. Окей. Это твое шоу. Агент ECA, это челлендж, чтобы встретиться к лесу твоим мультиплийным задачам. Используй свою стратегию. Импровизируй. Это я люблю. А я посмотрю. Ой, ну импровизация это мой конек. Фрез... Делай, что хочешь. Изимару. А, его утопить в толчке надо, иронично. Вау, Эметрик Рейд Пойзен. Another spot, buddy. This is taken, okay? Опа, сюда, дорогой! Are you insane? Кновлэдж в похлебку китченовую добавил. Отсюда! Если оружие найдено в округе, ты можешь спрятать ее в коробке, как вот этот вот чемодан. Неприметный совершенно стоит в центре комнаты. Очень неприметный. И это ненадолго задержит всех людей. Молодой человек, а может по похлебке? Я чё готовил, харч? Ты чё, перец что ли? Я не могу понять. Тебе сказали, иди наверх, там тебя молодой человек ждет. Нет, стоит, курит у окна. Вот что, и можешь на втором этаже покурить. Ну подождем. Короче, мистер Норфолк за тупак еще тот. Чё, покурим еще раз, да, мистер Норфолк? Куда он исчез? Теперь мы ждем, когда они такие, обмоем это, похарчу. И они похарчу бахнут после этого, и тогда мы его уничтожим. Какой паспорт, я забыл. Это случалось с моей женщиной, я перезагружал ее в голову. Я приношу свои извинения за технические приколясы. Наслаждайтесь вечеринкой, можешь съесть харчо, там я не знаю, может быть. Пришел парень покупать ядерный реактор, такой, блин, пароль вспомнить не могу от компьютера. Ну, все, сделка сорвалась. Хренак! Я симпровизировал, по-моему. Умри, дядь, мне надо. А, вот так. Ой, контейнинг ситуационный. Ой, контейнинг ситуацион получил. Ой, ситуацион не в мою пользу. Я такой, о та та ра та ра та та рам. А чтобы уйти вот туда, мне действительно надо... А, вот я могу вот так уйти. А давай рискнем так уйти. А почему бы и нет? Я рисковый молодой человек. Ты думаешь, как бы ты уже ушел с корабля? Я некрасиво ушел с корабля. Ты понимаешь, что девки засмеют? Я уезжаю с этого корабля. Вот прям в этот брезент. До свидания. Супер, Геннадий. Уничтожитель шеи. Да, я такой. Персональное тестирование. 14 минут я на это потратил. Чё, серьезно? Это не важно. Потому что у всех есть вторые шансы. Я не верю в это говно, мисс Бёрнвуд. Мои полномочия все. Отлично. Я буду смотреть. Последний тест, он очень паритирует как 79-й миссии. Ты можешь найти шахматы, и мужик, он играет сам с собой, убей его. Ты должен подойти вот этой коробке, и что-то там лежит. Затарься хайповым шмотом рабочих. А, вот так вот. Я вот сюда вот так... Опа! Заманил их сюда! Сейчас они перелезут через забор, я заберу их одежду. В свете фонаря стою, не верят меня. Я пикипирую Гаротту и иду сюда, я подхожу сюда. Суе, суе!
Опа, поменял одежду. Опа, меня еще. И я скрываюсь после этого. Я скрываюсь. Все, я скрылся. Хамелеон, да-да, я. 800 ICQ Playing вообще-то. Так, ты дышишь кусты, не умеешь смотреть, да? Ну я так и понял. Убежал, наверное. Пришел какой-то мужик, украл одежду и убежал к себе домой. 100%, по-моему, обычная ситуация. У них на базе морской все время так происходит. Остановитесь! Дайте лысый произойдет в вас. Работаю у вас тут! Просто в одежде пришел хрен какой-то. Да иди. Он же вышел какой-то парень в одежде. Вернулся лысый какой-то со штрих-кодом на шее. Он такой, ой, да, нормально. Это Боб. Он вернулся просто. Ну что бывает? Боб прибухивает. Опа, сюда! Пойдем со мной! Пойдем погуляем, Бритни! Пойдем! И сюда я такой та-та-та-ра-та-ра-та-ра. Черви какие-то, я могу их заразить сибирской язвой. Откручиваю, да, винты у самолета, и он разваливается в воздухе. План гениальный. Окей, вон он стоит, да? Вот это, по-моему, моя судьба. Так что тут больше никого нет, он один стоит. Ой, там мужик идет. Стой! Выхожу заново! Silent Killer Garrotta! Да, это игра шахматы называется. Что поделать? У меня какого-то хрена сейчас выключается компьютер. Одну секунду. Ты, наверное, сейчас думаешь, что за ядерная война произошла на данный момент у меня на заднем фоне. Я своими длинными корявыми ногами выбил штуку из провод из моего оберегателя энергии для компьютера. И он подумал, что все, электричество на планете Земля закончилось. Поэтому он какой, как бы... До свидания, я теперь буду выключать компьютер, пока, ну, как бы, ты готовься, я сейчас его выключу нахрен. Потом мне пришлось нахрен перезагрузить компьютер и снова вернуться сюда, я не знаю, зачем я это взял. Ну, а я с Garrotta иду, да, я балдец такой. Парень смотрит, заходит какой-то хрен с Garrotta, и он такой, да, проходи, хорошо, все, вместе работаем. Мат в три хода. Изимар, у тебя там стакан дымится. Вообще беспалевно. Вот и поехали, собственно. Я команданте. Добрый вечер. Все, здравствуйте, я команданте. А тут рели нет никого, да? А, ну тогда вот так. А чё я парюсь вообще, я не могу понять, тут нет никого вообще абсолютно. Я отработал уже сегодня, я с Garrotta, иду в руке такой, на плюс вы перец. До свидания, молодые люди, я сяду в свой Пежо фешенебельный и уехал. Шахматы плюс, маска плюс, командаты плюс, перец плюс, одежда плюс, этот перец плюс. 7000 экспи. Бам, я так и не понял, где водка это находится. Пиано тунер я. Малус несикариум. Ури биледиктум по-настоящему. Если ты думаешь, что я не знаю латынь, это, ну, это твоя ошибка, по-моему. Чоппер ждет его там, понимаешь? И он что-то на сайте. Когда мы тебе понадобимся, мы тебе позвоним после этого в Хогвартс. А содеры? Они играют его в руку, они потерялись. Они не могут его трогать сейчас, ты понимаешь это? Я все еще не верю, почему мы его победили. И он наш враг. Да, ты прав. Я думаю, что тебе нужно сказать то, что ты умер в Румынии после. И никто не записал ничего о тебе, ни имя, ничего. Я думаю, что они меня звали 47-ю. Это не имя. Ну, значит, сделайте это как имя. Окей. Агент 47. Вот это балдеж, я понимаю, конечно. Сидит на вывеске снайпер. А, вон, а это отравленная сушина была, 100%, да, или рулина, я не знаю, что я не разбираюсь. Надо после этого сказать китайской кухне, да, чтобы уничтожить нормальность все. Да, мужик попробовал, сразу отравленную попробовал, естественно, и умер. Какой везучий мужик, как он дожил до этого возраста вообще? Твои действия меняют мир. А чё ты прям так попал через стекло в парня, да? Серьезно? Или ты просто решил себе в зеркало выстрелить, да, с утра проснулся? А, он умер, да. Нифига себе, а как ты так попал? Powerful man, который упал от твоей руки, но он может восстать снова из небытия. Ты действительно понимаешь, как это все выглядит? Ох ты. Это что, Иса? Это твоя хандлер? Классно. Бизнесмен. Полет в бизнес-класс. Я живу в этом мире. Я с помощью резиновой утки буду всех убивать. Я понимаю то, что обстоятельства... Я потратил все. Это то, что... означает меня. Агент 47 и Диана Бёрнвуд на топе мира, они ассасинируют и работают с Исой. Неизвестные, они восстали, чтобы из тьмы клиентов уничтожить цели, номера операций и провиденции, секреты организации работы и очень высокие эшелоны силы. Провиденции они контролируют, которые константа, и она относится к Диане, которая делает это все в сделке. Это все зависит от темнового клиента, и 47-й делает это все. Но 47-й не узнает то, что шадовые клиенты — это Лукас Грей, который уничтожил в детстве его друга, и Диана, которая сменила
положение фулфили и старый пакт Дестрой Провиденса. Тогда они поняли и сделали менеджмент. Они собрали все эти константы, чтобы пофорсировать это все и поменять идентификацию и провиденции партнера и уничтожить его. И война тогда была закончена. Однако константа это не Ace и не Slave. Слив. Спасибо тебе огромное за просмотр. Ставь лайк, если понравилось. Подписывайся на канал. Делись эти видео со своими друзьями. Пиши комментарий. Люди, которые спонсируют мой канал на тир 2, спасибо огромное этим людям и всем людям, которые помогают каналу и спонсируют его. Вы действительно помогаете каналу. Спасибо вам за это огромное. Если ты еще не спонсор, что ты не спонсируешь ИСУ и агента 47, тогда завтра мы придем к тебе с Дгоротой в костюме команданта. Можешь окно даже не запирать, мы все равно войдем. Все нужные ссылки находятся в описании, естественно. Удачи тебе и